Всем привет! На канале Хинганта. Мы играем за Evil Within. Продолжаем играть, точнее сказать. Пойдемте прокачаемся. Серию развил, потому что я думаю там сейчас будет босс. Роса нервная опять появилась. Сейчас будет что-нибудь интересненькое. Патроны для дробовика. Боезапас. Урон рукопашную можно увеличить. Скорострельность неинтересна. Емкость. Уже так почти на максимум. Точность не нужна. Ну, давай. Максимальное количество патронов увеличить. Правда, сейчас 0. Но это не страшно. Так, новости есть какие-нибудь новости? Разыскивается. Фернандо. Пропал Фернандо Кабрера из психиатрической больницы. Маяк. Сбежал пациент. Он серьезно болен и нуждается в постоянном наблюдении. Сбежал. Теперь страшно. Пропавший прихожанин найден в психбольнице. Возмутительное обвинение. Прихожанин Фернандо Кабрера, исчезнувший 8 лет назад, найден в психиатрической больнице Маяк. Утверждает, что его местная церковь была культом. О! Как неожиданно. Все, поперли. Или можно посмотреть, что вдруг у нас там патрошка все-таки одна валялась. Я в прошлый раз тоже подумал, может, я ее не забрал? Да-да-да, что-то есть. Я обогатился. 503 патрона. Назад пошли. Надо быть очень экономным. То есть то, что у нас гранаты и 3 патрона. Слушай, не будешь устраивать погони? Эх. Тут какой-то завал. О. Лесенка. Бутылка. Ящик. Ну. Я просто думаю, там кто-то стоит. Может, они сами тут разминируют мне. Чтобы идти не пришлось. На всякий. Вдруг захотят встать. Кто там шумит? О, вы что тут стоите? Дурачишь. А бутылку? Она отдельно как-то берется. Блин, тут и че? Ой. Отлично. Ни за что вообще получу. Пишу в редиски. Тварь ты, куда ты идешь? Бросил оружие. Блин, за них хп теперь вообще нет. Это хилочкой воспользоваться. Я думаю, не стой, я не втихаря так подполз. Шатает. Я? Очухался? Пойдем уже.
А там что внизу, интересно? Подожди, подожди. Там же дальше получается, правильно? Ну, похоже на то. А внизу что было туда? Блин, бери патрон. Иди ж подоцепь, но мне не нравится, когда патроны дают. Нет, еще так много патронов давать. И здесь вот какой-то спуск. Опасный. Блин, я не хочу идти туда. Там страшно очень. О, блин, что-то... А, бутылка, да, бутылка. Давай спустимся все-таки вниз, посмотрим. Вдруг там что-то интересное было. Ой-ой-ой. Не зря сходил. Блин, походу пофигу вообще. Куда пошел? Ушел куда-то. Ну это же он не сюда придет, правильно? Или сюда идет? Иди там должна быть. Да, он там. И что? А, там что-то есть. Давай обойдем. О, привет. Плюс там ловушка была. Ну ладно. Ты жив, живчик такой, а? Гори. Хорошо лежать просто. И ништяков даже не оставил. Вырдиск. Надо пробегать тут. Ловушка. А, это он сжимал, что ли? Мерзавец. Сундучок. Ну. Давай. О. Разминировали. Отлично. Криоболт. Так. Два патрона целых. Нельзя пришел. Да прям затарились. Еще бы сейф какой-нибудь был, чтобы потом не возвращаться сюда. Баночка с вареньем. Тут не пройти, только возвращаться. Жалко, огненных нет болтов. Да, по сути, может скрафтить получится. Так. Нет, нет, нет. Ой. Не туда, я вышел. Другой, другой, другой. Сделать. На что нам хватает? Простой, давай. Так. Заряди-ка огненным. Да огненный? Если там эта дура будет. Думаешь, как хоть как-то поможет. Ух ты ж, блин. Ты что? Что это было?
запаниковаш. Давай, контрольная точка, и я доволен буду. По крайней мере, может быть, повторять. Эх, беда. Контрольной точки нету. Сейчас одна будет. По-любому, смотри, и жижу положили. Эх, ладно. Что поделаешь? Там еще баночка была. Куда мне бежать, скажи мне? И что? О, блин. Беда. И куда мне идти? Я юмора не понял. Fire seems to work. Огня, смотрю, боишься. А, и все? Ты что? А, это кабеля меня били. Электрический. А я ее боюсь. Ты не боишься больше? Ящик. О, хилочка. Перезаряжай. А, максимум, да? Эх, да, пойдемте, пойдемте. О, то это сейчас будет запар. Вперед. Да что ты оборачивайся? Да пофигу вообще. Главное понять, куда идти. Какая-то заморочка. То есть ее заманивать все надо, что ли? Ку-ку. Выходи. Блин, факел закончился. Блин. А-а-а, бежи. Я на по другой дороге выходил. И чё? Знаешь ты что? Ну вот она сгорела разок. Блин, ты что делаешь? А, понятненько. Эта ловушка действует только один раз. Очень бить ее придется. Похоже. Блин, давай. Молодец. Где-то тут еще боченьки ведет. Да блин, иди давай. Не томи меня. Если не с этой стороны, значит обратно пришел. Иди, иди. Не ссыкуй. Что ж с тобой делать? Ну, походу, не в этой надо сжигать ее. Должно быть что-то еще. Блин, а. Эх, печаль, печаль. Надо было местность сначала изучить.
Я ж не знаю, куда идти. А и все? То есть вообще нет шансов, да? Спасибо. Все, мы покойники. То есть твоя ушка легко было, но она сломалась. Куда дальше? Вот это печаль. Мы же не знаем, куда дальше идти. Куда будем местность изучать? Я не знаю, что дальше делать. Да хорош уже. Мы видели, что там дверь исчезает. Пофигу вообще. Так. Включи свет. Пойдем наверх сходим. Такая. Еще одна горек. А, тут рычаг. И все? Блин, опять сейчас меня съест, походу, она. Не нравится, когда меня едят. Ну иди сюда, что ты делаешь. Ой, она тупая. Блин, ты че? А, я понял, я свет выключаю. Где-то тут вроде было. Нажимай. А пока она там тупит. Надо нам бежать к следующему. Блин, прихнись. Ты чё? Уши? Творишь? Да блин, что ты делаешь? Беги! Беги давай! Ты дрянь. А это все вообще. А чё душа быстро становится? После первой смерти? У меня есть огненный болт. Надо будет попробовать. Потому что ее нечем задерживать. Она должна там внизу остаться. Прямо вообще за секунду добралась до верха. Так неинтересно. Вообще неинтересно. Так. Тут пока без этого. Да ты задолбал, а. Я видел это уже 500 раз. Что ты делаешь? Правильно, хорошо. Пока. Блять, успеть буду бежать. Давай, беги. Дрянь. Да ёд твою. Ну и что мне с этим делать? Вообще такая печаль. Никакой жалости. Тут действует на 2 минуты, я не знаю. А если бы труп подожил, она же не появится. Надо, что она ускорится. Проблема в этом. Она ускоряется после того, как ты... И пе... Задолбали. Честно. Она же ускоряется после первого сражения. Давай попробуем. Гореть.
Гарри. Эх, Кастелланос, беги. Блин, поднимайся. Беда. Ну. Есть. Давай, давай, у нас есть немного времени. Давай быстрее. Давай, блин. Что ж ты, блядь? Че, давай, нажимай. А вот что дальше, не знаю. Либо это все, либо мы сейчас опять умрем. Да. Да блин, что ты творишь? Честно говоря, не знаю, восстанавливаются эти ловушки. Если нет, то нам конец. И похоже, что нет. Да. Да ты иди, ты знаешь куда? И стал камень. Вот это поворот. Что делать дальше, я не знаю. Да, блин. А где пощада там, не знаю. Все. Это надо уже. Я не видел третьей ловушки. Это мне там повезло. Получается. Опять дальше изучать местность? Да. Серьезный противник. Потому что ты просто тупо не знаешь, куда дальше идти. Я не знаю, серьезно. То есть, вот эта фигня. Может быть, она остается. Но я что-то сомневаюсь, что она остается. Но это рычаг, в смысле, действует второй раз, например. Да. Не серьезно, я не знаю. Сейчас обойду, конечно, кругами посмотрю. Может, что-нибудь можно сделать. И чтобы справиться, да? Потому что я не знаю, что делать после того, как я два раза ее подожгу. Просто не знаю. Подъем. А! Может, определенное количество просто раз ее поджечь. Хрен ее знает, честно говоря. Какая-то непонятная девка. Блин, а? Вот серьезно. Заморочь-то. Ладно, вылазь, тварь. Я не знаю, короче. Как-то все непонятно.
А теперь что? Ну и чё? Чё дальше с тобой делать? Гадость такая. Скорее, не знаю. А, типа... Три раза все-таки надо было, да? Нет, точнее, пять. Пять раз поджечь. Учтем. Ты что смог подумать? А, так он умер, а все-таки? Фига себе. 6000 своих очков. Давай сейчас пройдем, может, что-нибудь подсоберем тут. Вроде ничего нет. Факел нам не нужен. Вроде где-то патроны лежали. Вот это кто-то пнул. И отсюда. Не, походу это все. Если еще там посмотрим. В уголку. Да, тут только трупецкие. Который, кстати, даже поджечь нельзя. Неплохо, так затарились. Надеюсь, нам дадут хоть какую-нибудь передышку. Это опять кровь. Патрушки. Ай-яй, патрушки, спички. Контрольная точка. Та-да! Домой. 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 Subject's case history cites developmental delays. Indicates issues with communication. Проблемы вообще нет. Социальное познание и педагогические циклические действия отмечены признаки генетиста какого-то. У нас ответственность предполагает восприимчивость внешним стимулом, адаптивность пациента. Неужели это от тебя? А, неужели это тебя я искал столько лет? А ты нашелся прямо у меня под носом. Невероятно. Ошибки быть не может. Не может. Он. Совместим. Нет. Ух ты. Что это? Что за чертовщина? Мозг. Хрена. Вы чё, удумали? Да ты живчик такой, а? Пошёл. Понятненько. Тут какая-то забава. А, надо штырьки из них вынимать, я понял. Ноги это наше все. Ну и давай, идите. О, патроны. Мозговой центр. Отлично. Эпизод 5 пройден. Всем спасибо. И до новых встреч. Всем пока.